Всем привет, мои сладенькие пирожочки. Это вторая серия выживания без инвентаря. Ну, вернее, как без инвентаря. Сегодня мы с вами будем разблокировать инвентарь. Давайте напомню, что было в предыдущей серии. В предыдущей серии мы с вами разблокировали весь хот-бар, плюс еще и левую руку. После того, как мы разблокировали 8 слотов, нам с вами выдали новые задания. Первое — это добыть лазури 32 штуки. В принципе, это задание очень и очень легкое. Нам всего лишь-то стоит отправиться в шахту. Но перед тем, как мы с вами отправимся в шахту, я хочу забрать все ресурсы, что у меня есть, и отнести их в какую-нибудь деревню, там построить домик, ну либо просто отжать домик. В общем, сейчас что-нибудь придумаем. Итак, я перебралась и перетащила все вещи. Нашла деревню. Понял. Нашла, в общем, деревню и уже перетащила все свои вещи. Теперь мы с вами можем спокойно лечь спать. Ой, Вася, ты что тут делаешь? Здесь вообще-то буду спать я. Извини, конечно, что я отжала твой дом. Да. Не в этой жизни. Спокойной ночи. Уф, доброе утро. Прекрасно, я поспала. Теперь я готова к новым подвигам. Итак, я уж честно не помню, что было у нас в предыдущей серии, но давайте-ка мы с вами вспомним. Так, у меня что? Здесь у меня есть что? Кстати, в этой деревне я, походу, еще не была, потому что в этой деревне были изумруды, я ничего не трогала, потому что хотела вам показать это. Так, значит, здесь есть картошечка, книга, дуванчик, полная фигня, если честно. Так, хорошо, что у нас с вами имеется? С предыдущей серии нам нужно было с вами добыть огненный стержень и эндер-жемчуг, а все это нам нужно было для того, чтобы разблокировать инвентарь. Так, ладненько, что от нас хотят? Добыть лазури 32 штуки, для этого нам с вами нужно отправиться в шахту. И у нас есть проклятая кирка. Неплохо, в принципе. Она у нас алмазная. Мы ее с вами добыли, кажется, в аду. Уже, если честно, не помню, но... В общем, что? У меня почти сломался топор, поэтому давайте для начала, наверное, я обновлю топорик. У меня как раз таки есть рудное железо, и я где-то потеряла свою печку. Но благо у меня есть булыжник, и у меня нету верстака. В общем, сейчас я быстренько все это скрафчу, поставлю. Такс. И скрафчу я, значит, печечку. Сразу, наверное, поставлю перерабатываться железную руду. Правда, у меня ее вообще нету, почти в 2 штучки, но да ладно. А уголь есть? Угля у меня нет, только один кремень. Ладно, хорошо. В общем-то что? Наверное, мы давайте-ка с вами отправимся, но перед этим все-таки я сделаю себе топорик, потому что если этот топорик сломается, будет не очень приятненько. Окейшки, прекрасно, топорик у нас с вами есть. Теперь все, я это сую обратно в инвентарь, ибо мне это не надо. Так, дайте-ка я выкину эту дуванчик, что-то он не мешает. Итак, все, я, значит, не беру с собой. Все, вот это я оставляю дома. Ну и что, все, отправляемся с вами в шахту добывать лазуритик. Следующим слотом от нас хотят добыть осколок аметиста. Блин, это все, в принципе, добывается в шахте. Ладненько, отправляемся в шахту, и там уже с вами встретимся. Охо-хо, долго мне бегать с вами не пришлось. Смотрите, я уже вижу лазурит и золото. Золото нам, кажется, не надо, но лазурит нам нужен. Жаль только, конечно, там один кусочек, но, возможно, где-нибудь здесь мы найдем еще больше лазурита. Так, надо аккуратненько спуститься-ка. Покушать, и так, что нам надо? Нам нужно аккуратненько до туда попасть. И у нас опять проблемы, вот что мне выкинуть, чтобы взять вот это. Ладно, в принципе, гравий нам не нужен. Максимально, наверное, бесполезный ресурс, потому что, в принципе, до огнева у нас уже есть. И нам повезло, здесь у нас с вами в общей сумме выпало 10 лазурита. Нужно 32 штучки. Ну, возможно, в принципе, я здесь где-нибудь еще его найду. Давайте-ка, наверное, мы с собой еще также соберем и золото. Нам оно понадобится. У меня есть еще и порох, но, наверное, порох я выкину, потому что... Блин, ну тут уже выбирать либо золото, либо порох. Понимаете, как бы места у меня в инвентаре очень мало. Надо бы быстрее бы открыть еще один слот. Ну, или я не знаю, что даже делать. Варианты. Ого, долго нам бегать не пришлось. Я нашла вот эту вот штуку, не знаю, честно, как называется. Но тут вот эти вот осколки есть, а нам их нужно добыть осколок аметиста, 4 штуки. Так, у нас с вами один... господи, у меня нет мест. Блин, чтобы мне выкинуть, но все мне надо. В принципе, мы можем светящиеся ягоды скушкать как-нибудь. Ай, блин, я не знаю, что делать, куда я столько еды взяла. О, у меня уже 4 штуки. Давай кукурузину. А что, их по 4 падает? Неплохо, так. Мы с вами молодцы. У нас с вами разблокировался еще один слот. Теперь нам нужно добыть лазурит. Что еще тут рядом есть? Крафтить подзорную трубу. А я вот не помню, если честно, что нужно на крафт подзорной трубы. Но благо, теперь у нас с вами вмещается топорик, и это хорошо. Осколок аметиста нам так и так с вами понадобится. Так, дайте вспомнить, как он крафтится. Если мне не изменяет память, нам всего лишь навсего нужно добыть медь. Вот только бы найти ее для начала. На меня тут целый армагеддон. Вы что мне скидываете, придурки? Ох ты, шьешь ты, макаряшки, откуда их столько тут? Ага. Справлюсь я с вами на изи. Хорошо, что у меня есть дополнительный топор, ибо... Ё-моё, жирные-то какие. Оп. Ага, давай. Да вы чё, откуда вот их сколько? Вот откуда их столько и зачем их столько в пещере? Ох, ладненько, мы с ними разобрались. Аккуратно, пацан. Аккуратно, пацан. Ага, ой. Аккуратненько. Ёшкин ты, Макарё. Да откуда? Да вы чё, прикалываешься? Не надо. Не, ты чё, офигел? Ты на меня так? Ой, ладно, я здесь для чего? Для того, чтобы найти меди. Мне всего лишь-то навсего нужна меди.
меди и аметист. Ой, аметист. Лазурит. Так, медь я здесь не вижу. Вижу. Все то, что надо. Так, выкидываем гнилую плоть, она нам нафиг не нужна. И едим светящиеся ягоды, чтобы освободить один слот. Так, собираем. На самом деле 5 штучек. Этого нам должно хватить. Теперь мы, в принципе, можем выбираться на поверхность. Вижу лазурит. Не-не-не-не-не. Пока что не выбираемся на поверхность. Мы должны забрать лазурит. Возможно, этого лазурита нам как раз-таки и ровно хватит, чтобы разблокировать инвентарь. У нас с вами сколько по итогу? Так, 26. Ё-моё, кладка большая выпала. Это просто офигенно. 40 штук. Все, у нас с вами разблокировался инвентарь. Итак, инвентарь у нас с вами разблокировался. Ой, вернее, какой инвентарь. Один слот у нас с вами разблокировался. Следующим, что она от нас хотят? Скрафтить подзорную трубу. Для этого нам с вами нужен верстачок, которого у меня, кстати, нет. Так и так придется выбираться на поверхность. Ладно, что еще от нас хотят? Добыть трезубец. Ёшкин ты кот, так это мне что, плавать что ли придется? Ух, неприятно. Потом от нас хотят тотем бессмертия. Блин, какие-то слишком сложные задания пошли. Вот скрафти подзорную трубу, в принципе, это легко. Но вот все остальное, ё-моё, ладно, нам нужно выбраться на поверхность. А пока что я добуду еще немножко ресурса. Честно, не знаю, где найти выход, но... Алмаз. Погодите, у меня, кажется, есть алмазы, но... Алмазы лишними не бывают. Мне надо что-то выкинуть, я это выкидываю и... Тут целых 4, 5, 5 алмазов не выпадет, ё-моё. 6, вот эта кладка, конечно, золотая жила, золотую жилу я нашла, прекрасно. 6 алмазиков у нас с вами есть. 6 алмазов у нас с вами есть, теперь мне нужно все-таки отсюда как-то выбраться. Нам нужно скрафтить подзорную трубу. В принципе, это было несложно, я уже выбралась и я уже дома. Так, нам с вами для начала нужно что-что-что? Освободить инвентарь, бо у меня вообще ничего не влезает. Нет, погодите, это нам с вами нужно. Уголь. Блин, я добыла очень мало угла. Ладно, нормально, хватит. Рудное железо, главное. Нам переплавить всего 2 штуки нам надо. Вот так вот. А это мы оставим. Пусть оно у нас валяется где-то тут. Так. А потом с вами крафтим руду. Для этого у нас с вами понадобится 1 осколок аметиста. Значит, это мне не нужно. Алмазики. Алмазиков у нас, кстати, не было. Между прочим. Итак, 2 медных слитка готово. Теперь мы с вами выставляем все вот так. Вот и у нас выходит подзорная труба. Ё-моё. Вот это, конечно, я понимаю. Фича. Зачем она мне нужна? В принципе, не знаю, если я могу приближать вот так вот. Красота! Ну что ж, проверяем. Разблокировался ли у нас слот? Да, верно, слот у нас разблокировался. Теперь идем дальше. Дальше от нас хотят добыть трезубец. Мне кажется, это будет весьма сложно, потому что они упадают с маленьким шансом. Потом от нас хотят добыть тотем бессмертия. Я вам об этом уже говорила. Следующее. Добыть золотые яблоки, 20 штук. Ну, в принципе, это легко. Может быть, начнем с того, что более легкое, а потом уже отправимся на более сложное задание. Хотя... А, ну, кстати, уже рассвет, и кажется, утопленники ночью не спавнятся или спавнятся. Честно, не знаю, но. У меня, кстати, есть мотыга. Мне говорили, что если мотыгой разбивать листву, то больше вероятность того, что выпадет яблочко. Нам, значит, с вами что? Нужно добыть очень много рудного золота. Потом мы это рудное золото берем и... Погодите-ка, не сюда. Берем, переплавляем его. Так, в общей сумме, если от нас хотят добыть золотых яблок 20 штук, это значит вокруг ободочка 8, множим на 20. Нифига себе, 160 слитков нам нужно. Офигеть, слишком много, я вам скажу. Или я неправильно считаю, погодите. Или я правильно считаю? 8 на 20, ну, по идее, 160. Ну, вроде бы, да, а может быть и нет. О, это, походу, я надолго залезу в шахту. Так, тогда давайте-ка я возьму мотыгу. Какая у меня тут прочность и шелковое касание. Погодите, шелковое касание мне нужно. Давайте возьмем тогда прочность. Нам нужно добыть 20 яблок. А у меня точно нет яблок? Ну-ка, нет яблок. А нет, у меня есть 3 яблока. Тогда давайте пойдем с вами добывать яблочки. Дай бог мне выпадет хотя бы 2 штучки. Оп, вот и деревья. Надеюсь, с каждых деревьев выпадают яблоки, да? Ох, ё-моё, это быстро будет, гляньте, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но пока что-то ничего не упадает. Оно точно так работает? Просто я, если честно, наверняка не знаю. Мне только говорили, если добывать листву золотой мотыгой, ой, господи, золотой, обычной мотыгой, то выше вероятность того, что выпадет яблоко. Ну, я как бы не профессионал, но надеюсь, оно так на самом деле работает. Но что-то как-то, что у меня одни палки выпадают, блин. Короче, я загуглила этот вопрос, написано, что с темного дуба шанс выпасть яблоко 60%. А это какой дуб? Я просто не знаю, это какой дуб. Это дубовое бревно. Погодите, значит, мне нужно что сейчас, пойти найти темный дуб? Ё-моё, где темный дуб-то искать? А, хотя вон там что я вижу. Может быть, это темный дуб? Ну-ка. Кажется, это темный дуб. Ну-ка. Вначале я прочитаю. Ой, вначале я проверю. Так, темный, да? Темный. Ну где? Ну выпадь. Дубовое бревно. Пошел-то оно не темное. Я понял. Короче, мне нужно идти сейчас и искать темные дубы. Звучит странно, но мне нужны темные дубы. О! А если мне в дальнейшем понадобится тыква, давайте-ка я сразу беру и тыковку, ну а что? Ну а что, сейчас не надо, потом надо будет. А еще могу, кстати, посадить тыковку возле дома.
Грабитель 3000 вернулся домой, так, значит, тыку закидывает, закидывает, а мне ничего не надо. Короче, знаете, что мы с вами делаем? Отправляемся искать темный дуб. Благо я в этой деревне, кстати, еще не была, и между прочим, я еще не грабил. Возможно, здесь что-нибудь еще и интересненькое могу найти, но сомневаюсь, потому что в деревнях редко что нормально можно найти, кроме голема. Но, в принципе, там мне железо не нужно. Так, суем сюда, перерабатываем и сразу крафтим 18 хлебушка. Неплохо, 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 неплохо. Наверное, давайте-ка я отправлюсь в путешествие со стейком, а хлеб оставлю здесь. Ну, а куда мне столько? Куда мне столько с собой тащить? И так, все, я на поиске темного дуба. О, кажется, там темный дуб. А может быть и не он. О май гаш, вот это мне повезло. Это действительно темный дуб. Ну-ка, ну-ка. Да, бревно темного дуба. По идее, с него должно выпадать очень много яблок. Ну-ка, ну-ка. Блин, оно высокое. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Мне кажется, меня развели. А точно ли с него выпадает? А может, с него не выпадает? А может, блин, это обычный. Угодить, но мне выпадет или нет? Ну блин, у меня так мотыга сейчас ломается. Хоть одно выпадет. Все, писец, я разочарована, если честно, но это. Я разочарована. Почему ничего не выпадает? 60% сказали же. Ну, 60% не сказали. Темный дуб. Ну, все же правильно. Обычно темный дуб, правильно? Бревно темного дуба. Мне так и написали. Бревно темного дуба, шанс выпадения 60%. Короче, я не знаю, что вам сказать. Я кучу листвы сломала и нифига вообще не нашла. Ай, короче говоря, сейчас я, наверное, отправлюсь обратно в деревню и попытаюсь полазить по сундукам. Потому что яблоки также выпадают и из сундуков. А я, между прочим, деревню-то не лутала толком. Поэтому буду надеяться на лучшее. Мне в общей сумме нужно 20 яблок. И это приличное такие количество, я вам скажу. Ну что, будем надеяться, что соберу хотя бы большую часть яблок. Ну, а остальное придется, наверное, добывать руками. Хотя, maybe, пока я буду добывать там трезубы или тотем бессмертия, ибо так или иначе мне придется тотем бессмертия добывать сложными путями, там я где-нибудь да найду еще и яблоки. Ничего нету. Еда лишней не бывает, забираем все с собой. Здесь у нас ничего нету. Вот здесь я точно что-нибудь будет, и меня не будет. Ну и ладно, в принципе-то и не особо-то хотелось. Зуб даю, он в том доме что-то будет. Он большой, и наверняка там что-то будет. Наверняка там что-то будет. Ага, давайте мне все свои яблоки. Я понял, здесь церковь, здесь ничего нету. Повезло мне с деревни, ребята, повезло. Яблок у меня нету. Я вот не помню, выпадали ли мне яблоки в первой части, но будет забавно, если на самом деле они выпадали, я их просто брала и кушала. Но у меня осталось еще пару домов, в которых я могу полазить, и дай бог, там я что-нибудь найду. Здесь-то путняк ничего нету, я здесь уже лазила. Может быть, здесь что, тоже ничего нет. Я не знаю, какие-то дома пустые, я вам скажу. О, кстати, возле моего дома выходит какая-то шахта даже есть. Неплохо, неплохо. Все, пустые дома, я понял. Ай, не знаю, что делать. Давайте, наверное, мы с вами отправимся за тотемом бессмертия, либо за трезубцем. Сейчас посмотрим, чего будет проще добыть. Ё-моё, я нашел утопленника. Но с него, кажется, трезубец не должен выпасть, потому что он без трезубцева. Кажется, это работает именно так. Ну-ка. Да, из него ничего не выпало. Я понял. Значит, мне нужно искать утопленников именно с трезубцами. Ох, ох. О, там, походу, их будет много. Ну что, поехали. Что я вам скажу? Здесь так красиво. Я здесь только видела этих. Как там, аксолотли? Ой, милые. Так, ну и что? Мне нужно, значит, сюда нырнуть. И дай бог, я что-нибудь найду. А может быть, и не найду. Мне нужен утопленник с трезубцем. И тогда я смогу выбить трезубец. Ибо с обычных оно не выпадает. Блин, тут такой красивый мир. Столько рыбок. А их можно захавать? Ну-ка. О, тропическая рыба. Ну нафига мне тропическая рыба? Ее же нельзя сожрать. А зачем вообще тропическая рыба нужна? Ой, я так мало знаю о Майнкрафте этом вашем. Тут есть хоть один утопленник с трезубцем? Или нет? Вот я помню, я снимала какой-то выживание, и там этих трезубцев, именно охотников с трезубцами, было до попы, а здесь что-то никого нету, это подозрительно. Уху, я нашел затонувший корабль! Надеюсь, я успею оттуда прокопаться, бамс. Что-то у нас интересное. Часы, неплохо, погодите-ка, карта клада, неплохо, бумага есть, так, тогда давайте, я не знаю, возьмем бумагу, она нам пригодится. А, не домашний, я хочу жить, ух, балдежненько. Так, я вижу тут утопленника, что-то никого утопленников я не вижу. А, что там еще было? Бумага, кажется, обычно, нет, перо. Давайте-ка я заберу перо, оно нам пригодится, палочку, в принципе, я могу крафтить всегда в любой момент. Ох, прекрасно мне жить на этом свете. А теперь мне нужно найти утопленника. Ёшкин ты кот. Чё, поплыли? Я даже не знаю, чем вам и сказать. Я находила только обычных утопленников, а с трезубцем я так и не нашла. Короче, я без понятия, где взять этот трезубец. Но по идее только с утопленников. Может быть, есть какая-то локация, где они спавнятся именно с трезубцем. Ай, ладно. Нашла я, короче, шахту. Что мне нужно? Добыть трезубец. Это у нас сложненько. Давайте добудем тотем бессмертия. Если, конечно, мы его здесь найдем. Ой, для этого нам нужно найти этот. Забыла. Дом разбойников. Забыла, как он называется. Потом на что? Добыть золотые яблоки. Для этого нам нужно много. 160, кажется, слитков золота. Поэтому давайте-ка мы с вами подобываем золото, ибо оно нам нужно в большом количестве. Так. Но у меня нет места. Другая проблема. Че, выходит, придется выкинуть перо, потому что золото-то нам нужнее. И нам повезло. В этой пещере у нас очень много заспавнилось золота. Кто меня бьет?
А следующим от нас хотят добыть маринованных паучьих глаз. 34 штуки. Ёшкин ты кот, вы что издеваетесь? Маринованный паучий глаз. Окей, дайте вспомнить, что для этого нужно. Значит, нам нужно с вами сейчас, как я понимаю, взять, найти, как это там называют, кучу пауков. Если они тут хоть нас хотят сколько? 34 глаза, это нужно 34 обычных глаза паука. Плюс для этого нам нужен сахарный тростник и грибы. Ну, грибы и тростник, в принципе, добыть легко, но вот паучьи глаза, это придется попотеть, чтобы их найти все. О, здорово, вот и паучок. Так, чтобы мне выкинуть, что не так надо? Карта клада, погодите, часы. В принципе, мне не нужна тропическая рыба и перо. Бумага пусть будет. Но-но-но, это мне не надо, не надо, на-на-на-на-на, все. Мне нужны пауки. Привет, братан, тебя выпадет паучий глаз? О, ты что, их спавнер, что ли? Не понял, так много. Паучий глаз, выпал, выпал, выпал. Ой, да их тут реально много. И фига их выпадает. Тут, походу, спавнер где-то сверху, да? А, так, погодите, нить мне нужна. Что мне выкинуть? Часы, ладно, попу часы, как говорится. Хотя, во-во-во, все, у меня инвентарь готов. У меня есть свободное место. Так, два глаза у нас есть. Также мы с вами берем, наверное, заберем часы. Берем, добываем рудное железо. Так, что тут еще у нас интересненького есть? Тут у нас тупик, ну что, тогда лезем наверх. Там, походу, какой-то спавнер, я не знаю, откуда их столько там берется. Да, мне именно, я путаюсь. Сюда, походу, да? Бамс, мы с вами, нет, походу, тупик. А, не тупик, вот, все, мы отсюда можем раскопать. Ё-моё, вот это тут затопило все, вот это тут затопило. Здравствуй. Спавнер, реально спавнер. Так, я быстренько, извините, молодой, красивый. Молодой, красивый, перспективный мужчина, не трогайте меня, пожалуйста. Господи, офигеть их тут, это жесть. Ой, паук. Вот ты-то мне нужен, братан. Там еще один паук. Так, с него ничего не выпало, да? Братан, привет. Бамс-бамс. Так. Что у нас тут? Тут у нас крипи. Но крипи нам не нужен вообще никак. О, спасибо за проход. Короче, здесь какой-то спавнер, я не знаю, чей он. Давайте-ка. Блин, я походу убежала, мне нужно обратно, да? Наверное, лодку я кидану, она мне уже не нужна. Более полезный ресурс какой-нибудь хочу найти. Бам. Вы посмотрите, здесь спавнер пауков. Вот как и надо, вот тут он нам и выпадает. Так, что у нас здесь? Седло. Седло нам не надо. Нить. Ну, нить пусть будет, фиг с ним. Порох. Зачарованное золотое яблоко. Ну, кажется, зачарованное золотое яблоко не подходит. Не то обычное яблоко. Погодите-ка. Тут у нас что написано? Здесь у нас написано... Погодите. Добыть... А, нет. Вот. Добыть золотые яблоки. А то зачарованное яблоко. Оно, кажется, не подходит. Это же разное, да? Блин, ну как неудобно, когда инвентарь такой маленький. Я все не могу забрать. Ладно, в принципе, я могу запомнить, где это было у нас. Если что, потом сюда прибежать. Давайте-ка золотое зачарованное яблоко мы с вами заберем. И начнем тут что, брать и добывать эти... Как их там? Паучьи глаза. Во, вспомнила. Ну, я типа хз. Зачарованное, наверное, нам не надо. Блин, у меня просто мест мало. Ладно, давайте питаться просто хлебом. Ох, меня чуть не убили. Ага, нужно подкрепиться и снова отправляться в бой. У меня, кстати, почти железный топор сломался. Это плохо. Мне нужно полюбаться сейчас возвращаться домой. Ну-ка, иди сюда, братан. Ты что там завис? Что ты там завис? У меня 7 паучьих глаз. Этого уже неплохо. Ну, мне только вот... Мне, наверное, не хватит, да? Мне не хватит, чтобы добыть все. Короче, добыла в общей сумме 8 паучьих глаз. У меня сломался топор. И не знаю, что мне делать. У меня верстака нету. У меня вообще ничего нет. А куда верстак? Куда ты его скинула? Сюда, что ли? О, да, во, у меня есть верстак, но... Ну что, обычным каменным, что ли, буду добывать? Ну, давайте тогда сделаем так, я не знаю. Как сложно, когда инвентарь маленький. Ой, нет, меня, я тебя сейчас топлю. Я тебя сейчас киркой забабахаю, быстро отошел в меня. Все, короче, я ухожу, я хочу домой, мне надоело. У меня броня сломалась. Ёк-макарёк. Короче, я дома, что такая целая и невредимая. Часы сюда. Карту клада можно, в принципе, попробовать найти. Ну, вернее, как найти клад, скорее всего. Зачарованное яблоко оставим. Значит, у нас с вами паучьи глаза. Нам нужны палочки. Сейчас я быстренько сделаю палочки и сделаю топорик. Ага, железный слиток. Ага, о, так ё-моё, у меня... Я опять забыла добыть самое важное. Так, ладно, это мы закидываем сюда, потом, что берем? Берем, делаем 2 топора. Топор у нас прям на вес золота очень быстро ломается, пусть у нас будет 2 топора. Следующим делом что? Нам нужно с вами добыть как можно больше уголечка. Давайте с вами отправимся в шахту. Итак, у нас с вами 16 сырого тростника, и у нас выходит 16 сахара. Кстати, между прочим, я уже добыла 20 паучьих глаз и 16 сахара. Ну, вы это видели. О, еще вижу тростник. Бамс, все. У нас с вами хватает сахара, теперь нам осталось добыть грибов. А грибы у нас где? В лесу. Опа, вот это я понимаю, мне повезло. Так, а с него должны выпадать грибы. Да, падают. Йиху! Так, мне нужно 20 грибочков. Так, листву ломаем, а то на листве у нас сюда застрянет, и все. Так, 6 штучек. По идее, нам должно хватить. Я, конечно, не знаю, но кажется, да. Так, 11 и 12. Нам нужно забраться на дерево. Так, забираем все, что у нас тут упало. Так. И 13 штучек. Неплохо. Сейчас еще один грибочек найдем. Уф, какой гриб-то, ё-моё. Как мне до него достать? Нет, тут не работает такой закон, мол, ломаешь и все обрушается. Нет? Ну, ладненько, сейчас сделаем все это ручками.
Хотя погоди, что я туплю, у меня же есть топор. Брррррпс. И все, сейчас у нас выпадет с вами 20 грибочков. Так, 16, 17, 19 и ну-ка в воде. Да ё-моё, да ладно, не может такого быть, чтобы не выпало. Наверное, где-то на дереве. Да, на дереве есть. Окей, сейчас сберусь и заберу. Прекрасно, у меня есть 24 гриба, и теперь мы с вами можем отправляться домой. Хотя, в принципе, мы все это можем сделать даже и без верстака. Бамс, у нас с вами уходит так, 20 штук. Так, я не понял, а чего у меня не открылось? Добыть мариновых паучьих глаз 30. Блин, я спутала с яблоками. Добыть золотые яблоки 20 штук. Я подумала, 20 паучьих глаз. Ё-моё, мне еще больше глаз надо. Все, я пошла на поиски. Сейчас быстренько грибы все заберу. Все, что только тут есть, ибо их тут много. И мне нужно еще 14 штук выходить, да? Все, я отправляю. Так, 13, 15, все, грибов у нас хватает, нужно еще тростничка найти. На хлеб какой вкусный, 8, так, значит, сколько, все, 16 штучек. Теперь осталось только самое сложное, это добыть еще 16 паучьих глаз. Ой-ой-ой, подправляемся на тот спавнер, тому спавнеру вернее. Я побитая, но добыла 16 паучьих глаз. Это было долго. Фух, все, я хочу домой. Ну что ж, мы дома в очередной раз. На улице у нас темень. Голем у нас справляется всякими недоброжелательными мобами. А я сейчас займусь крафтом. Так, ладненько. Закидываем паучий глаз, сахар, все. Ого, у нас умер, разблокировался инвентарь. Все, балдежника. Один слот, вернее, один слот. Постоянно отпутаю инвентарь и один слот. Ой, ребята, это было очень долго. И я так устала, вы бы знали. По итогу что, золотые следки у нас переплавили, давайте-ка мы их закинем сюда. Оно нам понадобится для разблокировки следующего слота. Так, ну что теперь? Пусть у нас с вами переплавится рудное железо, а я, наверное, с вами пока что попрощаюсь. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. С вами была Фласочка, всем удачи и пока-пока!